Всем привет! Я рад всех приветствовать, любителей страха и ужаса. С вами 5P74. Мы продолжаем играть в Original Criminal Origins. Так, что нам надо сделать? В прошлой части мы гнались за каким-то очередным психом. Черт, опять. Мне не нравятся эти звуки. У нас осталось всего 2 патрона в дробовике. И вот мы закончили главу. Если честно, я запутался во всех этих штуках и уже не ведаю, где какая глава идти. Черт побери, почему нас забрали наш дробовик? Мать их. Опять спускаемся в какие-то гребаные подвалы. Где каждый маньяк готов выпрыгнуть из темноты. Ну, как оказалось, ненадолго. Блин, такое ощущение, сейчас откуда выпрыгнет стек гопников и начнут докапываться. Очень скудные. Набор арсенала можно у себя содержать всего один. Это очень печалит. Я понимаю, что это хоррор, должно быть все как можно ближе приближено к реальности. Главное, чтобы это походило на хоррор, но господи, ну не до такой же степени. Хотя бы 2-3 предмета можно было бы с собой таскать. Это просто полный абсурд. Ну что, человек, я тебя вижу, выходи. Что ты там, гад, спрятался? Вот он за ним. Угу. Ну, черт, ну понятно. Лучше отойти. Черт, он еще и стреляет, урод. Где этот стрельбовщик? Я думаю, для того чтобы было еще страшнее, надо было сделать возможность отрубать конечно. Господи! Черт! Что ж так страшно-то? От какого-то пистолета я уже испугался. Где этот придурок? Черт, один выстрел и я труп. Почти как в реальной жизни. Мать его, нет. Попытка номер 2. Черт. Гадство, как он попал по мне?
Ну как он попал? Я отхожу на приличное расстояние, я вообще не понимаю. Он не может просто попадать. Что это такое? Почему так происходит? Это просто идиотизм какой-то. Давай, рот, закрывай уже. Придется здесь сохранить, потому что это невозможно. Господи, я так чуть ли не в реале играю, что приходится на самом деле отклоняться. Прям как будто от этого... Ну почему, а? Почему он так долго умирает, мать его? В прошлый раз его с двух ударов завалил. Что происходит? Нахрен прячусь. Как такое возможно, мать его? Схватив электрошокером и топором, еще нанести ответный удар. Где, вашу мать, реализм? Что за тупизм? Спасибо, подбили меня еще. Ладно, я сам выбрался. Проходите эту игру и теперь пеняй на нее. Да как ты еще живой, урод? Так, теперь надо шарахнуть. Быстрее, 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 быстрее. Побрал бы шлюк. Как один патрон, чтобы застрелиться, мать его, уроды, я вас ненавижу. Зачем еще один пожарный топор? Конечно, я думаю, те, кто смотрит, им вряд ли так уж страшно. Ну вот здесь больше не страх, нет, страх не от страха, от неожиданности больше. Все эти этих выстрелов, конечно, если бы я играл в наушниках, я бы думал, уже точно бы тут кирпичный завод построил из этих звуков. Откуда здесь вообще взялись все эти маньяки? Столько маньяков. Ума не приложу. Черт, я там птицу не подорвал. Ладно, бог с ней. Я не знаю, что я за это получаю. Ладно, постараюсь говорить как можно меньше. Потому что я так чувствую, как я весь страх отгоняю. На всякий случай просто прибить. Черт, что происходит? Этот урод уже сбежал. Зачем эти сохранения контрольной точки, если есть ручной сейф? Ну что, урод, иди сюда.
Ох, ё-моё! Интересно, я бы смог бы... С другой стороны, может, и хорошо, что он его ударил. Ведь этот чувак мог на меня напасть. Ай, господи. Так можно из всех нервов решиться. Опять запись хранения. Опа. Что это было? Вот что... Что, мать вашу, происходит? Ну кто первый смелый? Хорошо, что я вспомнил про этот электрошокер. Гадство, эта лампа меня просто вымораживает. Ой-ё, я промазал. Черт, в глазах рябит всю гадство. Нахрена это все, эта лампа дурацкая. Да надо. Черт, компьютер. Касса. Все наваляю. Фу. Хреново стало. Не знаю чего. Вроде не страшно. Ау, чёрт! Ты урод! Сразу же, сколько патронов? 4. Так, быстро полечиться. Лечиться быстро. А что, патроны он не может брать, да? Ну да, это же у нас гребаный реализм. Ну ладно, возьмем дробаш с 4 патронами. Ребят, мне не нравится ваш реализм, совершенно не нравится. Спасибо за бесконечный электрошокер. Черт, Silent Hill попахивает. Метро. Позвонить некому. Господи, что это? Неужели здесь будут адские мутанты? Черт, дайте пройти. Блин, наш друг не присесть, не подпрыгнуть не может. Печально. Ну вашу ж мать. Блин. Ладно, придется разрубить, потом вернуться с дробовиком. Потому что 4 патрона на дороге не валяются. Да и наш приятель слишком быстро выдыхается. Очень быстро. Используем, мать его, лом.
Блин, я при своих остался. Черт, надо сейчас поиспользовать, чтобы потом взять. Господи! Как он выдержал целый? Черт, 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 черт! О, господи. Где пистолет? Сколько там хоть патронов? Шесть. Ладно. Пойдем с пистолетом дальше. Это я уже думаю будет в следующей части. На сегодня хватит нам страха и ужаса. Желаю всем спокойной ночи. И приятных снов, а никаких не ужасов. С вами был 5P74. Удачи всем и пока.